На конкурс дети читают стихи. Василиса Глушкова, 9 лет. Агния Барто, в защиту Деда Мороза. Мой брат гнял перерос, доводит всех до слез. Он мне сказал, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он мне сказал, в него не верь, но тут сама открылась дверь. И вот я вижу, входит дед. Он с бородой в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он спрашивает, а ёлка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит осыпанный снежком в пушистой шапке дед. А старший брат твердит тайком, да это ж наш сосед! Как ты не видишь? И нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю, ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она.